Денис Александрович, ваш комментарий о сегодняшней игре. Ну, была обоюдно острая игра. Видели от ножа. Две команды бились, не уступали друг другу. Много эмоций было. Вот. Понятное дело, что играли два прямых конкурента за борьбу в четверке. Поэтому, честно говоря, такую игру и ожидали. Но я благодарен ребятам. Молодцы, дотерпели. Несмотря ни на что. И выиграли, я считаю, заслуженно у хорошего соперника. За счет чего удалось компенсировать нехватку четырех игроков? Ну, я думаю, за счет того, что у нас есть другие игроки, которые не хуже. У нас равноценные футболисты, поэтому я считаю, что те, которые сегодня вышли, да, они полностью оправдали, доказали свое присутствие в команде. И результат добивается только тогда, когда есть команда. Если есть команда, зависящая от одного-двух игроков, то результата не будет. У нас есть команда, поэтому ребята все молодцы, поэтому только вперед. На ваш взгляд, отсутствие воронежских болельщиков на трибуне сыграло вам на руку в какой-то степени? Ну, в какой-то степени, конечно, сыграло. Всегда при поддержке своих трибун всегда легче играть, и это как дополнительный игрок. Хотя, честно сказать, у нас прекрасные болельщики, великолепно нас поддерживают, но из четырех проигранных матчей мы почему-то три матча проиграли именно дома. Поэтому, ну, здесь это как стечение обстоятельств. Ну, так, безусловно, конечно, болельщики поддержат, поэтому, пользуясь случаем, нашим болельщикам тоже огромный привет. За нас переживали и дома болеют. Поэтому осталось нам немножко разобраться, перестроиться и дома постараться не терять очки.